Найс. По-моему, Саши опять пытается организовать какую-то Royal Life. Слышала, что он у главного менеджера договаривался насчет комнаты. Вау, прикольно. Бета, мне его дедаю, хорошо. Очень хорошая комнатка. Хорошо, и air-condition, так хорошо подремали. Я даже поспала, тут картинка есть. Туалет большой, хороший, кстати, очень большой. Вот. Высокие потолки. И всего 400 рупий стоит за 12 часов. 12 hour 400 рупий. 12 hour. Даже за час 400 рупий. Но можно до полусуток остаться. Но говорят, что надо, но она большая комната. Надо заранее онлайн букить. Это вот они тут все заняты были комнаты, одна только была свободная. Саши убедил дать нам эту комнату. И он говорит, что наш друг немецкий Дитер часто делает онлайн вот так вот, чтобы приехать заранее и отдохнуть. Но всегда, говорит, сердится. Почему онлайн? Вот, ну а мы первый раз. Сейчас уже скоро, минут через 40, наверное, поезд. Нет, закрыто, дарлинг. Maybe manager, you give to manager. Здесь кто-то был, да, но они, наверное, пошли, наверное, кушать. Поезд уже пришел. Вот это наш поезд. Да-да-да. Я поняла. Васко да Гама — это крайняя станция. Первая станция для этого поезда. Сейчас он пока загружает ресторанчик. Это вагон-ресторан у них. Воду. Надо будет купить водички. Чистят. Тикет-коллектор. Собиратель билетов, что ли? Ну, это, наверное, как кондуктора. Не знаю. Водички, водички. Пани. Гоа экспресс. It's our train. А, два поезда соединили, потом разъединят. Вначале половина поедет в Дели. Как в Дели? Подожди, мы же на юг едем. Нам же южнее надо. Может, это вообще не наш поезд? Давайте разберемся. Мы сдали свой багаж, сейчас получим. Да. Very good. Угу. Все. Вот эта вот полотерная машинка. Он на ней сидит, ездит. И так тихонько моет полы. Полы все чистенькие тут. Хорошая станция Васко да Гама. Давай. Здесь можно купить фильтрованную водичку. Сколько там у нас?
750? Ну, давай 750. Давай прямо литр. We can buy литр. Yes. Аква, кварт. Вон сколько у них чистеньких, новеньких бутылочек. Двухлитровые. Вот расценочки. 500 литров. 3 рупии. Литр. Что нужно? How much? Окей. 2 литра 8 рупий. Да. Холодненькая, хорошенькая. Канда. Канда, very good, канда. Иси. Какой длинный поезд, аж прямо загибается. Прям не дойти. Так, вот это наш. Давай, пошли. Ага. Это вагон с кондиционером. Третье у нас место вот там вот. И четвертое нижнее. Очень хорошо. Ой, батюшки, а вот эту вот, вот эту штуку как-то убрать можно? Ага, I have to maybe up this. Вот он опять купил в трехэтажном. Раз, два, три, будет полочки. Но air condition, сейчас пока жарко, сейчас пока не включен, по-моему, air condition. Отсюда солнышко бьется. И постельная. Есть, уже есть, положены уже наволочки. В подушечки заправлены в наволочки. И там бумажные пакеты с постельным бельем. Посмотрим. Все, мы поехали. Вовремя, вовремя. Рядом вон пристегнут чемодан кондуктора. Он будет, видимо, нашим соседом. О, проезжаем океан. Мы вернемся скоро. Ну вот эту штуку мы решили попробовать. Саша говорил, вкусно. В общем, непонятно. Что-то похожее на хлеб. Тут чили. Вкус такой. Немножко спайси. This is from Dal. Из чего это сделано? Желтая такая. Непонятно. Своеобразная. Ну, какого-то бы соуса не хватает немножко. Ну вот следующая большая станция в Гоа, Мадгаун называется. Вот билеты продают или на Васко, или на Мадгаун. Мы-то любим вот на Васко покупать, чтобы сразу сесть и свои чемоданы пристроить. Особенно если их много, чтобы первыми быть. Потому что оставшиеся с Гоа садятся на Мадгауне. А я вот со своим Джилл пока ловит здесь хорошо. Читаю страшные истории с форума. Чалис рупий, бред омлет. Сейчас вот мы с Сашей купим. А чая нету? Что ли? Сэндвич? Не хотим сэндвич. Только бред омлет. Сэндвич, бред омлет. Что, не туда сели? Ой, господи, а что же, она не вышла? Потеряла тапочку. А что так долго-то стояла? Провожала. Why long time she wait? Угу. Странные дела. Кто-то помог ей спрыгнуть, иначе она бы тут и уехала в Бангалор. Провожатая. Проводила бы дальше, чем хотела.
Мадгаон хорошая станция, очень большая, тут хороший ресторан. Очень много людей. Тут еще, по-моему, Coffee Day есть, тоже хороший ресторанчик. Ага, вот это вот хороший ресторан. Мадгаон. А рядом Маргао город. Вот по звучанию отличаются. Станция Мадгаон, а город Маргао. Так много стало чая тут ходить, самосы, омлеты. Мы только от Маргао отъехали. Совсем ничего, минут 15, и уже новая станция. Это luggage, darling. This is luggage. What they bring? For selling, maybe. Продавать или что они несут? Такая большая семья, дети тащат. She small girl help мама. Большая семья, даже маленькому ребенку тащить приходится. One more small girl, darling. О господи. Такой надеждой смотрят на родителей, а родителям и помочь-то нечем. Сами тащат тяжело. И еще одна. And one more small. А это-то маленькая, darling, one more small. Каждой дали задание. Господи, как ей тяжело. Too heavy for her. Ну, с детства приучены к труду, вот. They want to help. Не будут бездельниками. А что им делать? Надо помогать. Некогда им капризничать. Санвордем название станции. Кофе. Очень хорошо. Я и с собой взяла кофе сухой, растворимый. На всякий случай. Да, да, мне надо. One is enough. Пол пятого, наверное, вечера. I think 4:30 now. Evening. Да, уже evening. Я обычно вообще после трех не пью кофе. Я вообще обычно 30 что-то. Необычно. А, хорошо пахнет, ага. I can share with you. You want? Ага, мы поделимся, потому что он не очень сильный. Саша не любит сильный кофе. Но здесь, ну что тут за кофе? Ой, у меня с меня бинди упала. Бинди fall down from me. Бинди. No problem. А здесь... Так себе кофе. Royal Life, да. Просто. Дымс. Мы уехали из Гуа. We finish Гуа. Гуа left already? No, нет, не уехали еще. Мы еще едем по территории Гуа. А, waterfall. Здесь водопад какой-то. Вон все в жилетках идут куда-то. Дуксагар. Самый большой водопад тут в Гоа. And what they want to swim? Что они тут будут делать-то? Why they put this dress, red dress? Рафтинг. А где водопад-то сам? Мы увидим его? С этой стороны или с той?
Which side, this or this? Mostly this side. Everybody watch other side? Many people are sleeping. Both side. Спросила, с какой стороны водопад. Сначала с этой стороны, потом с той стороны. Будем ждать водопад. Наш поезд вон заворачивает. Turn, Ava train. I see. Туннель. Вели. Долина. Ну, все так заохали. Нет, или водопад? This. Waterfall. Там такая, как из крана. Но я думала, будет большой водопад. Где? Вот он, водопад. Вот, waterfall. This one. Yeah. Угу. Молодежь там стоит в дверях, смотрит. Полиция что-то ищет, проверяет. Интересно. Что-то кого-то ищут. Сейчас зайдут в поезд. Наши места вот верхние и вот это нижнее. Я сейчас, наверное, пойду подремать. Мне Саши простынку расстилает. И полезу наверх. Тут какая-то станция. Саша купил водопал, называется. Говорит, долго стоит поезд, полчаса отцепляют. Как раз вот тот кусок поезда, который... Это он мне за чаем пошел. Кусок поезда, который в Дели ехал. Ой, мы не двинулись. Thank you. Thank you. Менялись. Теперь Саши наверху будет спать у меня, а я внизу. Good. How are you? I'm very fine. Fine? I am very fine. You far? Royal life. Royal life, да. Очень хорошо. You enjoy it? Uh-huh. I enjoy. Говорит, тестя. Очень удобно, наш вагон закрыли от других вагонов. Все, поехали от этой станции.